лифт! Он решил пописать в лифте! О нет, сейчас его опять выгонят. Все записаны! А, он, короче, на сцене сейчас появится. Он сидит на сцене, на унитазе, зритель. Мое, сколько вы мне всего наделали? 46 тысяч долларов? Вы что, ребята? А ну посмотрим, сколько у меня есть. У меня есть какашка, фантик и пчелка. Так, что же делать? Еще раз набирает воздуха. Ой, блянь, что с ним происходит? Кофе начал действовать, его перемкнуло. И он полетел с такой скоростью. Надвигается, смотрите. Он из последних сил пытается закончить. Он же и лидировал всю гонку. И сейчас он может проиграть нашему мальчику. Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые смешные анимации серии. Привет, друзья, Валеришка Геймс. Поехали, смотрим приключения нашего человечка. Он в туалет хочет, смотрите. Где? Где же мне пописать? Ура, туалет появился, нарисовался. Побегу, схожу. Карандаш что-то рисует, смотрите. Женский! Он, короче, пранканул его, и девочка туда заходит. А наш человечек там писает. Интересно, он успел, друзья, давать? А, ему надавали по балде и вышвырнули. Пшел с женского туалета, хватит там это. Так, блин, что ж делать? Он по-прежнему хочет туалет. Ему так стыдно! Ё-моё, как же ж стыдно. Ну, мужской, наконец-то. Ура, карандаш нарисовал. Побежал, друзья. Так, вытер ручку. И что будет? Что нарисует? Это лифт! Он решил пописать в лифте! О нет, сейчас его опять выгонят! Все записаны! Друзья! Капец! Жестяк! Ругается на карандаш! Карандаш вообще на меня не может нормально! Мужской туалет написать, рисовать обиделся, короче, ушел. Так, куда он пошел? А он по-прежнему хочет в туалет или уже не хочет, интересно? Мальчик руки моет. И что? Он вспомнил. Он вспомнил, что он очень хочет писать. Друзья, он на какой-то момент об этом забыл. Он уже не может терпеть. Вода провоцирует в нем эти желания. Смотрите. Уже скрипит зубами. Ё-моё. Писать, 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 писать. Что же делать? Так, туалет ему что-то... Карандаш ему опять рисует туалет. Забежал пулей. Ну что? Звездочка. А, это этот. А, он, короче, на сцене сейчас появится. Он сидит на сцене, на унитазе, зрители смотрят. Давай! У него желудок бурлит, он еще и по-большому хочет. Просим, просим, ну давай, у тебя получится. Давай! Есть! Свершилось! Молодец наш этот, все-таки удалось ему сделать то, что он хотел. Так, поехали, следующий наш смотрим. Короче, соревнования какие-то по бегу. Девочка, мальчик и еще один мальчик. Итак, стартовый выстрел, и все начинают бежать. Чемпионат по бегу. Размотала, раскрутила. Один наш главный герой вообще опаздывает, причем дико. А почему? А че он не может бежать? Что у него с тапками? Что это? А что случилось? У него что-то выпало, свисток. А, это, короче, какой-то у него ингалятор волшебный, он задыхается. Так, ему нужно победить, ему нужно вернуться в гонку. Пончик даже съесть. Съел. Это волшебный пончик, сейчас во мне проснутся силы. Мальчик, что с тобой, что ты не бежишь? Девочка пришла ему на помощь. Еще один бегун возвращается. Он с него, короче, проржал. Ребята, с него все проржали и убежали. Бедный наш мальчик. Как же он будет заканчивать эту гонку? Ладно, я тут пончики поем, что мне? Обтрусился. У него есть секрет. Это волшебный кофе, который сделает его полным сил. Смотрите, он наливает. Пролил немножко. Налил полный рот, отрыжки. О, круто. Я теперь супергерой. Ля его колбасит. Все, ребята, его вштырило. И что? Воу, его, блянь, что с ним происходит? Кофе начал действовать, его перемкнуло. И он полетел с такой скоростью. Надвигается, смотрите. Удрал, девочка в шоке, все в шоке, лянь, он несется, его колбасит. Друзья, что-то с ним не то.
Все-таки девочка обгоняет, кофе перестал действовать. Но ничего, у меня есть еще волшебные энергетические конфетки. Насыпал себе полную пачку. Пожевал, поел. Вау! Во мне вселяются силы, глянь, у него мульки. Воу! Молния. Жестяк, ничего будет. Все! Я полон силы и энергии. Я разрушу всех. Всех победю. У-ху! Что? Он всех перегоняет. Дочка. Ребята, с такой скоростью бежит. Что будет дальше? Он догоняет победителя. Там уже финиш впереди. Он его видит. Он из последних сил пытается закончить. Он же лидировал всю гонку. И сейчас он может проиграть нашему мальчику. В последний момент. Ну чё, быстрее ускоряйся. Беги, беги. Наш мальчик вообще набирает обороты. Ну что, кто же победит? Он приближается к финишной ленте. Первый. Ну что, он побеждает? Нет. Мальчик вот пихивает. Я победитель. Есть победитель. Все-таки помогли его волшебные конфетки. Они не прекращают действовать. О нет, ему уже кубок готовы были вручить. Но он продолжает бежать. Ребята, он не может остановиться. Все не поймут, что происходит. А он продолжает носиться. Да! Он сидит за решеткой. Гляньте, у него какие кандалы с цепями. Мой день рождения самый ужасный в жизни. Я так и не задул свечку. Еще и сюда попал.